Благоустройство СНТ «Зеленая зона» обсудили в администрации. В заседании поучаствовали жители Садового товарищества. Встречу провел заместитель главы округа Андрей Сыров. Опираясь на обращение жителей СНТ «Зеленая зона», сотрудники отдела земельного контроля провели осмотр ряда участков Садового товарищества. В ходе проверки выявили незаконно установленное ограждение вдоль одной из улиц. На встрече жители попросили отсрочить демонтаж. И это возможно, если люберчане оформят ограждение, как это требует закон. Для того, чтобы любые вопросы выносить, вам необходимо собрание у собственников СНТ «Зеленой зоны». Протокол, пока у собрания не будет, решения не будет. Его необходимо будет прикладывать для подачи заявления. Это для того, чтобы получить данный земельный участок для благоустройства. Жителям СНТ дали время на сбор и подачу документов для получения разрешения на благоустройство территории «Зеленая зона».